Ну и тормозные диски можно заказать уже сегодня. То есть привезут их буквально завтра. Только не знаю, какие выбрать. То есть вот эти все цены, это за одну штуку. То есть до 3000 рублей, это цена за один. Хотя он, это, наверное, пара, блядь. А, ну это 13, это нам не подходит нихуя. То есть всякие разные есть. Вот такие вот, блядь, с насечками, блядь. С перфорацией, блядь. С хуяцией, блядь. Ну это все хуйня, блядь. Поскольку все вот эти вот отверстия, это как бы через какое-то время будет в этом месте трещины. Ну, судя по фоткам. Диаметр. Ну это все такие барабаны вот ставил. Такой контур, он тоже проточка есть под, как она называется-то, блять, балансировка, короче. Ну вот это вот. Вот это вот лыска, я имею в виду. Так, что тут, блять? 76 вопросов. Тик-тик-тик-тик-тик-тик-тик. То есть люди тут нихуя не понимают, блядь. У них стоят 14-е как бы тормозные диски. Они спрашивают, подойдут, блядь, на машину, где стоят 14 диски, или не подойдут, блядь. Так. О, два диска, блядь. Оказывается, 2990. Бля, хотя я себе как бы облюбовал автореал. О, блядь. Хуя себе, 2700, блядь. Две штуки. Так, в избранный добавим. Возможно, вот эти закажу. Даже. Так. Мне кажется, 2700 лучше, чем 3100 с чем-то, блять. То есть я как бы себе уже наметил вот эти вот автореаловские. Как бы с ними никогда проблем не было. Ну и также у них присутствует вот эта вот лыска для балансировки. Хотя на каких-то дисках маленькая, на каких-то большая, на каких-то нет вообще. Ну, судя по фоткам. То есть я бы, конечно, автореал взял, блядь. Я как бы хотел их брать. То есть некоторые в интернете пишут, что ну, кто-то автореал покупает, потом укладывает в какие-то коробки, блядь, и толкает их как какие-то, блядь, пиздатые, заебатые, блядь. А по факту это автореал, блядь. То есть не знаю, блядь. Так, а где тут фотки-то, блядь? Ценённые, блядь. Тормозные диски, колодки тоже новые, как всегда, вот такие Lada Sport, только такие беру. Ну то есть с перфорацией у кого-то там лопнуло, блять, на одном ответ сейчас не знаю, найду я, нет, фоткают. Здесь он лыска вообще, блять, на пол диска нахуй.
Вот о чем я говорил. То есть от перегрева какое-то отверстие, если оно просверлено с каким-то, блядь, шероховатостью, блядь. То есть в момент перегрева они вот так вот лопаются, блядь. Ну это на всех дисках. Не только на автореале и даже на каких-то, блядь, брембовских, так скажем, на каких-то спортивных автомобилях. То есть они подвержены вот такой вот хуйне, блядь. Так что не знаю, блядь, сэкономить 5 хат или же новому владельцу поставить пиздатые диски от автореала. То есть там 1000, блядь, сколько там нахуй. То есть 2800 и 5 хат. Смотрю тут автореал. То есть если вот брать в магазине, то в магазине будет один диск стоить от 2000 рублей за штуку. То есть в этом случае экономим практически, блять, 800 рублей. Если берем автореал, то есть описание диска, поставщик АвтоВАЗа, диаметр диска 9 килограмм вес за 2 штуки. То есть хуево туча, блядь. Куда подходит? Но все равно жаба внутри меня говорит, купи, блядь, по дешману, нахуй. Ну и такие вот тормозные барабаны я ставил, чугунные, на заднюю ось. АТС, это Тольятти там что-то. Автомобильные тормозные системы. Подходит для любителей жесткой езды, блять. Это прям про меня, нахуй. Ну, если вот, например, автореал 20 миллиметров толщина диска, то здесь 19,8. Но автореал может быть тоже 19,8. То есть это как бы, что написано, не всегда является истиной при получении, так скажем. Кстати, у меня, наверное, в этом магазине еще остались какие-то эти, блядь, баллы, блядь. Но это не точно. То есть не знаю, блядь, авториал, что взять, не выебываться, нихуя, блядь. Пятихатка, блядь, в наши дни, блядь, не деньги уже, нахуй. То есть 2-3 месяца я еще на колени сам поезжу, блядь. То есть это идет не на продажу, а как бы чтобы все было новое, блядь. В момент продажи, блядь. Чтобы меньше мне ебали мозги, блядь.
хуй знает, сейчас еще подумаю, почитаю отзывы, блядь. Потом уже приму решение. То есть или эти покупать АТС, или же Авториал. Я почему-то склоняюсь к Авториалу больше, чем к этой вот шляпе, блядь. Маркировка как десяточный, двенадцатичный. 20, а не 12. Но прикол как бы в другом. Так, где эта хуйня, блядь? Бля, почему-то Альметьевс какой-то. Все то же самое, что ли, блядь. Какой-то Володин Евгений пишет, что сделано в Китае, блядь. Товар подделка, блядь. Короче, пиздец, блядь. Ну, в принципе, Китай не Китай, блядь, если они вшлифованные, как на фотографии. То качество вроде, блядь, ничего. То есть редко какие диски они шлифованы. Обычно они просто резцом на станке выточены, блядь. То есть идет канавка от резца, а здесь же просто они шлифованные. Через 2 месяца использования начали бить. Но это, блядь, бить они могут в одном случае, когда тормозишь в пол, а потом заезжаешь в лужу, блядь. А любым диском будет пизда сразу, нахуй. Они будут восьмеркой, блядь. Винтом, блядь, выгонит, нахуй. Как шляпу, блядь. А первый признак, что диск кривой, начинают свистеть, скрипеть тормоза, блядь.
Качество желает лучшего по небольшому температуре, идут просто винтом, блядь. Коробка была в краске рваной, блядь. Не знаю, блядь. Так, где-то вся хуйня-то, блядь. Ну, то есть можно сэкономить пятихат, а потом, блядь, въебаться в жир, блядь, двумя ногами, нахуй. Наверное, все-таки я буду заказывать автериал, блядь. То есть, есть ли смысл экономить? То есть, автериал, он как бы проверен уже годами. Хотя сейчас хуй узнает даже, блядь. У нас сейчас могут только наклейки лепить, блядь. Сделано в России, больше нихуя, блядь. Ничего не производит, кроме впечатлений, блядь. Во всех отраслях. Один галим и Китай, блядь. Бля, где эти, сука, отзывы-то ебучие, блядь? Все уже, бля, ебанько нахуй стал, блядь. Не вижу нихуя, блядь. Сырец. Ну, сырец может быть тоже в одном случае, если, например, стоят колодки типа... Мастер спорт, блядь. Я как-то использовал одно время, когда был 21.07, давным-давно. 25 лет назад, наверное, блядь, уже нахуй. Поставил как-то колодки. А мастер спорт у меня, блядь, за 2 месяца диски просто, в труху, нахуй, стерлось, блядь. А колодкам нихуя. Колодки, блядь, стерлись на миллиметр, а диски, блядь, на 10, нахуй. Ебать, ебать, нахуй, все ржавый, блядь, какой-то, сука. Говно. Ну, протачивать на токарном станке смысла нет, блядь. То есть, при перегреве один хуй они будут винтом, блядь. Все это балласта, нахуй. Не, все это хуйня полная, блядь. Только автериал, блядь. То есть экономить, блядь, на спичках нет смысла никакого, блядь. Тем более в тормозной системе, блядь. Поэтому заказываем автериал и не ебем себе мозги, блядь. Ну-ка, что у нас в автериале? Почитать хоть, блядь. Кого что не устраивает, блядь. Да еб твою мать, блядь, и тут то же самое.
диски разные, говорит, на одном есть вентиляционная выемка, другого нет. Ну, то есть на одной лыске есть, как бы, для балансировки, а другой, блядь. Ну вот если сравнить с АТСами, то здесь как бы негатив-то значительно меньше. Нет, ну я все-таки автореал закажу, блядь. Хуй с ним с этой пятихаткой, нахуй. Чтоб потом, блядь, вообще, нахуй. Не проебать 3 косаря, блядь. Все-таки на автореале, как бы, положительных отзывов большая часть. Но с такой хуйней, блядь, смысл не вижу. Я как бы на 21.14 сам сверлил, но у меня было по 4 или по 5 отверстий. Здесь только 3, блядь. Тоже 6 секторов у меня было, но по 5 отверстий. Но я их еще как бы разворачивал 7-миллиметровой разверткой. То есть отверстия были 6 миллиметров. И еще, чтобы внутри все было гладко, делал разверткой на 7 миллиметров. Но их, кстати, когда тормозишь, такой звук появляется, как будто на ветру пакет целлофановый, блядь, дребезжит. Такой прикольный звук, блядь. Сначала не мог понять, откуда это, блядь. А потом понял, что это, когда колодки сходятся, в отверстиях идет воздух. То есть у меня как бы на 21.14 были целиковые диски, не перфорированные. То есть и воздуху не было, некуда было деваться. Ну, кстати, вот если ездить по говну, по какому-то глине, блядь, диски с перфорацией, они очищаются очень быстро. То есть, если вот, например, заехать в какую-то глину, в говно, блядь, на обычных гладких дисках, то при нажатии на тормоз, как бы, никакого эффекта не будет. Примерно секунд 20, блядь. С перфорацией там вообще похуй, блядь. Хоть говном их намажь, нахуй. Схватывают сразу, блядь. Так, ладно, все как бы решили, заказываем автореал. И завтра они уже будут у меня. Но это не точно. И дядя тут еще рекламировал колодки Lada Sport. Сейчас посмотрю, что они из себя представляют. Ради прикола забил поисковик. То есть есть диски просто с перфорацией, есть с канавками с перфорацией, есть гладкие. Ну как бы есть колодки пятихатника. То есть колодки в магазине самые дешевые, косарь 1100 рублей, по-моему. То есть сейчас будем экономить. То есть есть диски как бы за 3141. Это поштучно идут. То есть я за 3279 в избранный добавил. Но есть за 3121.
то есть на 150 рублей дешевле. Но это, наверное, все-таки этот. Уцененные. Или нихуя. Так, давайте вот так добавим. 321. Здесь 3279. И вот здесь уцененные 3132. То есть те не уцененные. То есть можно взять за 321 или же за 306 рублей. А нет, это Нивский на Ниву. Ну и все, больше нету нихуя дешманских. Вот 363 есть две штуки. Так что, наверное, все-таки закажем вот эти. Ну, то есть такие же, только у другого продавца. И на 150 рублей дешевле. Деталь авто. Я у них тоже что-то заказывал. Чугун. Ну, то есть чугун при перегреве не ведет, а ведет только металл. Но чугунные диски, они сверлятся вообще легко. Легче, чем металл. Ну, то есть, когда я перфорацию на своих делал, на 21-14. Ну, то есть закажу вот этот диск. И надо будет еще посмотреть колодки тормозные. Авто. Лада. А, блять. Лада Спорт, что там говорил. Или же вот этот авториал тоже. За пятихаточку взять. Такое очередное видео ни о чем. Мутное, блять. Долгое и нудное.